В Армавире на учете в наркологическом диспансере на данный момент состоят 4 подростка. Трое из них систематически употребляют алкогольные напитки, а один из несовершеннолетних не может отказаться от наркотического зелья. Одной из задач работы прокуратуры является профилактическая работа с подростками в сфере употребления алкоголя и запрещенных веществ. В нашем городе зарегистрированы факты употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотиков. Особенно часто несовершеннолетние употребляют семена дурмана в осеннее время из-за интереса. В результате получают сильнейшее отравление и поступают в детскую городскую больницу, где врачи делают все возможное для спасения их жизни и здоровья. Порою несколькими сутками борются за эту жизнь. В Армавире зарегистрирован случай, когда несовершеннолетний приобрел наркотики для собственного употребления. На одной из улиц города парень был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. После употребления запрещенных веществ подростки теряют ориентацию в пространстве, не понимают, что вокруг происходит, и ведут себя неадекватно. Большую опасность для здоровья несовершеннолетних представляют синтетические наркотики. В результате их употребления происходят необратимые изменения головного мозга, и в дальнейшем функции не восстанавливаются. Если в ходе лабораторных исследований факт употребления наркотических веществ подтверждается, то затем сам несовершеннолетний либо его родители привлекаются к административной ответственности. Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетней нашего города проводится большая работа по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических веществ. Все органы профилактики проводят разъяснительные беседы, проводятся мероприятия антинаркотической направленности. Привлекаются к данной работе медицинские работники Армавирского филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер Краснодарского края». В Армавире регулярно проходят различные профилактические мероприятия, которые призваны напомнить подросткам о вреде курения и употребления различных запрещенных веществ. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телеканала 360 «Армавир».